Всем привет, друзья, подписчики мои! Вы на самом лучшем канале Beyzone! И у нас шоу «О чем говорят Бейблейды!» И сегодня в гостях Сприган, Реквием и Твингрин Немезис. А почему они здесь, как вы думаете? Потому что вчера на рандом-битве Сприган, Реквием проиграл Твин Немезису, и теперь он хочет доказать, что он круче, и хочет побить его еще раз. Вернее, Сприган хочет отыграться, а Твин Немезис побить его еще раз. Ну, в общем, сейчас все сами увидите. Короче, поехали. Сприган, Реквием, что вы думаете по этому поводу? Просто повезло от Твингрин Немезису, он плохой, он худший волчок, я круче его. Твин Немезис, вам слово. Ты думаешь, я плохой волчок? Да просто это ты неудачник, ты все время говоришь, вам просто повезло. Но ты не можешь даже выиграть Battle Nexus, ты не можешь даже справиться с первым Экскалибуром. О чем ты тогда говоришь? Конечно, ты меня проиграл. Я проиграл тебе, потому что я плохо себя чувствую, я уже выиграл несколько битв, а тут ты пришел, и я такой... Это все неправда. Давай драться. Давай! Погнали, друзья! Итак, у нас арена. Два волчка, две запускалки. Твингрин Немезис против Спригана Реквиема. 3, 2, 1, вперед! Атакующий Сприган Реквием вылетает за пределы ринга, а Твингрин Немезис остается в его центре. Вот такие пироги у нас случаются на канале Beyzone. Следующий раунд. 3, 2, 1, вперед! 2-0! А мы будем играть до 5 очков. Твингрин Немезис разбирается от моих рук, так сказать. Что ж, друзья, едем с вами дальше. 2-0, пока ведет Твингрин Немезис. Интересно. Эрик. Бойцы настроены серьезно. Ого! Попытался Грин Твин Немезис выкинуть его с ринга, но у него не получилось это сделать. Кто же победит и докажет свое право быть лучшим? 3-0. Побеждает Твингрин Немезис. Сприган Реквием принимает решение поменять драйвер на выносливый и попробует так сыграть. 3, 2, 1. Вперед! Вперед! Что-то дела у Спригана Реквиема вообще не идут. Но нам тем более и поинтереснее. В пользу Твингрин Немезиса. И последний раунд. Сприган Реквием пытается все-таки выиграть и поставить драйвер себе на атаку с надеждой взорвать Грин Немезиса. Получится у него или это нет, узнаем прямо сейчас. Но сначала, друзья, подписывайтесь на канал Beyzone, ставьте лайк этому видео, пишите в комментариях и нажимайте на колокольчик. Погнали! Твингрин Немезис занимает центр ринга, а Сприган Реквием пытается атаковать его, но удастся ли ему это, взорвать соперника или хотя бы перекрутиться дольше? Нет, не удается, друзья. И чемпионом сегодняшней битвы объявляется Твингрин Немезис. А с вами был лучший ведущий, неугомонный Блейдер. Пока-пока.